Что мне больше нравится играть на электрогитаре, импровизирую, оно само собой идет, чем играть, сидеть за компом. Это полезнее для здоровья, во-первых, мне. Ну пусть меня и так ни одна девушка не полюбит. Чтобы я сидел за компом, чтобы я не делал, чтобы я не прыгнул там. Видел это? Такой клип там, вот так вот, в позе такой гигантской на фоне. Он типа, знаешь, себя хорошего, он типа образ хорошего парня, которого женщины могут ударить, там, знаешь, вот это вот тоже пропаганда. А еще есть этот Баст, он рекламирует банк открытие, и стоит такой бандит с татуировками, неисправедительным взглядом, капец. Я хотел сделать видеоблог об этом, но я боялся, что меня банк может засадить или Баст придется делать, ну или его люди. Я хотел сделать юмористический блог, как блог про тунеядство, закон о тунеядстве. Ну как-то завуалированно. Фиг знает. Просто мне придется лицо Баста показать все равно, а он видит, не возрадует. Я факт показывал фотографию Басты и фото. Свой факт выкладывал на аватарку. Вот. Я хотел челлендж, чтобы все фотали факт на лице Басты, где он рекламирует банк открытие. И чтобы это тысячи людей запросили фотки, коллекцию собрать. Можно попытаться сделать так, чтобы, ну, типа, самого Баста не было там на фотке, но все, ну, типа, преподнести эту факт, чтобы все понимали, о ком идет речь. А как сделать? Замылить? Ну, надо подумать, типа, надо контекстную какую-то ситуацию описать. Ну я там типа буду говорить Бас, типа Баста, не бородатое чмо, не Типа бородатое такого, чмо, да, не. это один Но из даже после вариантов. этого он может ворваться ко мне. И он. И типа там, знаешь, я хочу, чтобы меня распяли, типа, я хочу крест сделать. И отрастить волосы, как у Иисуса. И он такой спрашивает, в окно открывает там толпа. Он спрашивает, что мне делать с этим юродивым, который назвал меня не бородатым чмом, рекламирующим Пощадить. частные банки. Они скажут, распни его! И он такой распинает. Я хочу голый буду. Так я реально на Иисуса буду похож. Они рядом что творят, а потом эти менты меня раз. Главное бороду отрастить и Так патлы. мне и так, мне нужно патлы отрастить. И потом я вот так вот склоняюсь под музыку, если рукопер Иисус Христос звезда. Костер. Почти погас. Какая-то самая грустная музыка. Просто И желательно на руки какой-нибудь девчонки. Марии. Блин, надо просто снять такой клип или... Я давно мечтаю такое снять. Это небольшой фильм. И может донатить будут. И снимать серии такие. Первый у меня получился офигенный про закон о тунеядстве, там больше 10 тысяч посмотрел и даже Кстати, неплохой результат. да. Типа, это, конечно, не уровень популярности, но неплохо, Ну неплохо. да, среди тех, кто снимал, это хороший результат. И то же самое, кто снимал, это хороший результат. Там, короче. Вот этот я хотел. Потом я хотел посвященную Панину снять, про собаку там. Так и не получилось. Я хотел типа. Ну, короче, у меня сняты кадры, но не получилось. А что хотел там хорошо разговаривать? А я хотел, типа, я Ваню у маньяка этого из «Молчания ягнят». Что-то там я Ваня, типа, связанный, типа, меня держит этот маньяк. Такое там. Я снимал с девушкой. Девушка снимала у отца там ванна такая, знаешь, ужасная. Ужасающая, как будто у маньяка. Ну, короче, он живет, знаешь, в хрущевке тесно. Че это? Можно посидеть? Нет? Ладно. Ну,
Вся живопись, там разные звезды вообще. Ни одна женщина такой шапки даже не идет. И женщины надо мной смеются, и то есть, никто не понимает меня. Если бы Лил Пип шел по моему городу, его бы отпиздили. Да, да. Это факт. Я помню, с сада шел, блин, в очках роговых. Что-то еще было, блин. Ничего больше. Больше просто роговые очки, и там толпа шла, смеялись на девчонки, я смотрел на пес. Ну, я забил уже. Когда тиролиджен, понимаешь, и этот... Короче, я не знаю, что со мной происходит, я перестал играть в компьютерные игры, это, прикинь, всю жизнь играл, с детства играл. А знаешь почему? Потому что мама запрещала мне играть, она прятала, из-за этого у меня выработалось... Это вот болезненное. Ты про это знаешь? Вот, наверное, я только сейчас подумал, вот этот механизм наказания или чего-то, спрятать компьютер, провод от компьютера. Да. Это вырабатывает ощущение, что вот как бы ты бы мог
сейчас поиграть, провести приятное время, но это не дало бы тебе никакого профита в жизни. Это было бы абсолютно бессмысленно. Что-то такое может быть. Может быть, это... Обычно это называют взрослением, когда ты вместо того, чтобы играть и погружаться вот, в мир игры, то, что для тебя придумали разработчики, которые хотели тебе показать те или иные ощущения, эмоции, образы. И вот ты не можешь в это погрузиться, потому что думаешь, что это бессмысленно, не приведет ни к чему положительному. Но с другой стороны, по факту, когда ты играешь в игры, ты тренируешь навыки. Ну да. Я тренирую навыки Гитлера, командовать войсками. Ну, главное не вдаваться вот в контекст, главное понимать то, что в итоге ты понимаешь, как типа